успешно закончен месяц. Мы не просто так сидели дома последние дни. По итогам очень много рангов, много квалификаций новых. И наш наставник получил новое, не звание будет, как это? Новый ранг. Новая ступенька, новый ранг, она теперь вообще крутыш. И, соответственно, спустившись сюда, к набережной, вот смотрите, какие волны. Вообще очень. Мы давно вот этого ждали, мы хотели это посмотреть. Очень захватывающее зрелище. Ветер, осенний ветер шторм. Безумный. Мы даже взяли с собой петлички, чтобы не задувало в камеру. Надеюсь, запись получше будет, чем то, что мы лазили на ласточкины гнезда. Мне пришлось там музыку вставлять, что иначе там у вас динамики и уши все поломаются. Переведи камеру на меня, перегрузки. Я хоть переведу, что ты сказал. Давай. А, друзья, что такое ранги, квалификации для людей, которые, в принципе, далеки от сетевого бизнеса? Господи, меня сейчас смоет! Это ни о чем. Что это такое? Во-первых, мы взяли просто бешеный товарооборот. Наша команда неугомонных просинах. Мы сгенерили в этом месяце товарооборот почти 2 миллиона рублей. Если в прошлом месяце при товарообороте 1 300 000, наш доход суммарно с Дмитрием Юрьевичем был без 5 300 000, 295 000, мы все это подтверждаем в Инстаграме, это все видно, мы вообще, в принципе, никогда не скрываем информацию. Наверное, когда зарабатывать лямов 10 будем, начнем скрывать, да, Дим? Да, потому что будет уже опасно. Прибьют. Да не верят в такие цифры люди просто. А вот реально, а с какой суммы тебя могут просто, да, увидеть по дороге, прибить, сказать, блядь, сука, какого хрена ты столько зарабатываешь? От любой. От любой? Ну, значит, мы уже подвергаем себя опасности. В этом месяце чек будет просто бомбовый. Я его предварительно посчитала, но я уже заранее в шоке. Почему мы поздравляли Олю Воронцову? Это наш вышестоящий наставник. Она такая же мордовка, как и мы, только она не из Саранска. Ну, мы на самом деле с Димой, у нас мордовская кровь тоже присутствует. Мы такая мешанина, начиная от Дальнего Востока, заканчивая Уралом. Это борщ с компотом. Да, это борщ с компотом, поэтому такие неугомонные. А вот вся команда Ольги сгенерила товарооборот 7 миллионов рублей. Что это значит, друзья? Это значит, что продукт Siberian Wellness настолько востребован, что люди его покупают бешеным количеством. Причем покупают не партнеры, как, например, кто-то сейчас скажет, ну, конечно, вы там сумками набираете. Блять, ребят, какие сумки? У меня Дима уже мозг проел. Таня, почему у нас это кончилось? Таня, почему у нас это кончилось? А мне тупо даже некогда оформить заказ, либо сгонять в магазин Сибирское в Анапе, чтобы купить. Что получает человек с такого ранга, с товарооборота 7 миллионов рублей? Это доход минимум от 500 тысяч рублей. Представьте, в России по-честному, без каких-либо вложений, зарабатывать полляма. Это, друзья, сертификат от компании на 50 тысяч евро, который куда хочешь, туда и трать. Причем Ольгу месяц назад, когда мы были в Москве на конгрессе, вы видели наш блог, да? У нас была, по-моему, одна серия, посвященная этому. Ее только поздравляли с 10 тысячами сертификат дарили. У нас то же самое. То есть, понимаете, это вот настолько стремительный рост. Сейчас просто люди берят тапки в руки, прибегают и бегут в команду. И сейчас, кстати, пользуясь возможностью, мы же рекламу не даем, значит, рекламировать можно самих себя, да, Дим? Да. Мы сейчас, во-первых, у нас уже запущено офигенное командное обучение, в которое вот вы зашли вообще дерево в этой сфере, вообще ничего не умеете, но есть желание, да? Понимаете, вот либо амбиции должны быть охрененные, либо желание должно быть охрененное. Если нет ни того, ни другого, но сори, значит, сидим дальше, смотрим ютубчик. И мы запустили охрененное командное обучение. То есть новичок с любого уровня знаний, с любого уровня технической подкованности может идти просто тупо по шагам и делать. И вот сейчас, в ноябре, мы запускаем еще дополнительный движ, где прокачаем все эти навыки. И понимаете, можно получить новую специальность, за которую платят охрененные деньги, да, Дмитрий Юрьевич? Совершенно безвозмездно, то есть даром. Потому что, вот, допустим, пример, Димин племянник сейчас поступил по целевому, по бешеным каким-то направлениям, и то только на платные смогли поступить. Чтобы специальность получить, нужно денег заплатить, да? Чтобы на работу устроиться, нужно опять денег заплатить. Здесь бери и делай. У меня все, остальное эмоции. Дим, покажи море. Ребята, давайте я вам покажу, давайте, 3 минутки там, море, красоты моря. Не обижайтесь. Очень красиво, а тем более тот, кто далеко от моря, наверное, оценит данный отрезок видео. Я немножко музыку еще сентиментальную давай включу. Давайте, да? Давай. А нет, я не включу, я оставлю шум моря, ребят. Шум моря оставлю.
Ух. Ну вот, впитавшись энергией природы, мы поехали в Озон. Зачем? За тем, что папа обычно любит забывать. Это аккумуляторы к камере. Ой. Чтобы нам в Краснодаре не делать по два видео, да? Ну да, это нерентабельно вообще кататься в Краснодар. Да, я решил заказать через Озон две батареечки. Ну, я вообще люблю через Озон вообще заказывать. Там есть интересные вещи по интересным ценам. Хочу вопрос задать местным жителям через Анапу. У вас нет офиса разве Озона, пункт выдачи такой? Полноценного? Да, официальный полноценный пункт выдачи. Потому что я смотрел по доставке, там одни как почтоматы. Ну, почтоматы так и называются. Да. Поэтому сейчас едем в этот почтомат. Я ни разу так по ссылке через Озон не забирал. Так что поедем вместе, посмотрим, что как получится у нас. Это когда там код вводишь, что ли? Об этом мы узнаем попозже, ребята. Если ты про такое. Если про такое, то я как-то в теории знаю. Ладно, разберемся, не будем горшки обжигали. Я говорю, Татьяна со временем научится, но пока у нее это тяжело получается. Молчу. Что делать? Я бы тебе сказал. Поштриховывает получше. Что-то ковыряется. Поштриховывает. Ищи. Все? Твои? Не знаю, что посмотрим. Пойдем выйдем. Потом мы теперь знаем, где находится почтомат. Это ты сколько заказал-то? Две штуки. Ой, ну они по амперажу маленькие, но вольтаж был высокий. Нет, ни о чем. Не парься. На 30 минут съемки. А еще кто-то говорит, что на Ютубе рекламы быть не должно. Все должно быть за бесплатно. Вот сколько за аккумулятор? 1700 одна штучка. 1700 одна штучка. Да. То есть 2500 там, наверное. А что ты за 2700, по-моему, ты оплачиваешь? Ну, я покупал 2700, этот, зарядник. А где он? Едет, завтра проедет. А, то есть за все ты отдал? Да, пока я снимаю, я в рюкзак кидаю аккумулятор, и он у меня через пауэрбанк заряжается. Пока я снимаю. Мне вот знаешь, что интересно? Вот если подписчикам интересно, ты ведь можешь как-нибудь прям записать видео. Во сколько нам обошелся запуск Ютуба? И вот каналу 3 года будет через 3 недели. И вот сколько ты денег потратил на еще технику? Не отбил. Не отбил. Вот так скажу сразу. Мы еще пока в минусе. А если считать дорогу, как вот это? Да, дорогу, амортизацию машины сюда, да, если вкладывать. Бензин, вот это все сюда, если вкладывать. Смотри, мои шмотки, которые специально для обзоров покупаются, да? Фотосессии, бля, ребят, это прям весело. Не, ну на самом деле эта игра очень долгую. Да какая долго? Просто для нас это творчество. Вот. Мы неоднократно и будем всегда повторять. Мы работаем. Зарабатываем мы в другом месте. Да. А это наше творчество. Так что не возмущайтесь, когда YouTube ставит рекламу, мы вам уже в предыдущем рассказали. Вот рекламу, вот. Я за счет этого покупаю... Вот, аккумуляторы, чтобы дальше, да, например, я купил снимать. Свет, я купил держатель. Сейчас коплю на новый фотоаппарат. Вот она, вот реклама. То я ни копейки не беру. Ну вот согласись, Дим, вот да, вот, допустим, брать из семейного бюджета сейчас 150 тысяч, чтобы ты купил новую камеру, ну не знаю, это грешно прям. Ну камера, она без объектива, во-первых, 150 тысяч стоит. Вот. Плюс объектив, ну вообще, вот взять просто из семейного бюджета. Просто многие жалуются, ко-ко-ко без фото, фокус теряется. Ну извините, камера, она... Эта камера, к сожалению, немножко была допущена мной ошибка, она работает хорошо в статику. Когда Таня стоит. Да, когда стоит, нет динамического кадра, камера божественная. Если брать интервью и так далее, ну вот это, чтобы статистика, угу, сидел человек. Огонь камера. Только начинается какое-то динамическое движение, она камера не успевает за это, за Танькой, фокус теряется, да. И мне приходится из автоматики переходить вручную, и поэтому такие траблы происходят. Ну, ничего могу сделать. А вот сколько сейчас стоит камера, которая нам надо, чтобы вот она не теряла фокус? 250 комплект. 250 тысяч всего. Да, и тогда будет фокус идеально. Следить за Татьяной. Ладно, хватит ныть. А то мы уже сейчас уже вторую часть начинаем все про Ютуб, про Ютуб. Больше мы эту тему поднимать не будем. Ну, мы высказали мнение, все. Смотри, какое мы красивое место заглянули.
Мы сейчас по рекомендации подписчиков поедем в вареник-пельменник. Как он называется? Пельмень-вареныч. Да? Да. Пельмень-вареник. Пельмень-вареник. Смотри, там на это. Вот, смотрите, там вот есть кайсёфер. А, кстати, у нас этот, вот на Порше Каен, Кайман. Ну? Приехали, вот они, вот. А, серфинг. Да. Вот на машине заселились рядом с нами в отеле. Вот товарищи, которые занимаются вот этими штуками. Не знаю, вряд ли будет видно. Вот которые с парусом, вот они. Мужички приехали. Вот. Блин, ну если только поближе подойти, да, Таня? Давай спустимся. Пойдем. Пока мы спускаемся к пристани, где мы покажем вам после, как катаются скайсерферы, наверное, да? Мы покажем, сколько сейчас атмосфера. Ой, не атмосфера, сколько сейчас время, дата, температура воды и воздуха. Вот, смотрите. Вода 20 градусов. Теплее, чем воздух. Да, теплее, чем воздух. Ну, пойдемте дальше. Татьяна Павловна, не отстаем от экскурсии. Тут, кстати, вот зрители смотрят, как они, смелые мужчины, катаются на этих штуках. Даже один есть купающийся. Никак мы не дойдем, у нас одна картина сменяется с другой. Вот у нас кормит птичек. Дядька птичку напугал. Когда надо приходить с батоном. А что, не видишь, что это? Ну да, ты без батона, и ты как? Жадность превыше всего. Мы еще не пришли, да? Я хотел просто впечатлить птичек. Да? Да. Ну пойдем на пристань. Дай. Как они кричат? Не знаешь как? Нет. А как? Дай. Все, пойдем. Ой, как хорошо здесь. Ветер безумный тут. Я вроде кофты прикрыл, чтоб не задувало сильно. Но лучше давайте я вам сделаю это с музыкой. Не буду ничего неугомонные просина, барабанный дробь. Поперлась куда не знаю, блядь. Да вот в том-то дело, что в купальнике это нормальное явление, а в куртке плавать неудобно. Ну, да поглубже зайди. Пищит. Как мышь. Неоднократно я стал замечать, что мы как приходим на море, и мы залипаем тут почему-то, да, и никуда не уходит уходить. А работа требует федота. Пошли. Прояснее и небольшое. Поехали в офис сибирского зонт фирменный купленный. А вареник-пельменник? Надо клей момент купить твоей рации и херовину заклеить. Да, у звука херовина, ее надо заклеить. Значит, херовина отвалится. Сказанная мною шутка оказалась реальностью. Татьяна Павловна грохнула телефон
об камень, сами видели. И теперь вот что. Ну, мы не расстраиваемся, поедем заново. Да. Мне только главное информацию, чтобы все перекинуть. Да, да. Я информацию переживаю, у меня тут много чего. Есть. Сейчас все это руками. Знаешь, вот, если бы взять, к примеру, 8-10 лет назад, и ты разбил этот телефон, я бы тебя убил. Пиздец, что бы было дома. А сейчас мы просто едем заново. Ну, да. Моему телефону ровно год. Мы его покупали, по-моему, за 30. Ну да, так получается, что мы телефоны раз в год, они у нас... Да, да, у большинства людей телефоны, ну, год. Год-полтора. Не, я все равно не понимаю. Я его взяла в руки, потому что как он упал. Он целенький был. Ну, там, значит, это, краешек камня был острый, и он тебя, и да, выбил. Ткнул и выбил. Так-то он, да, экран шлепкий. Да нет, Илюша пользоваться опасно, он весь в этих... Да. Поднесешь к фигам весь в стеклышко. Поехали мы по магазинам теперь кататься. Хотели все по-быстренькому, не получается. Нет, а сейчас надо еще выбрать какой-нибудь. А купим хороший. Я предлагаю ей купить Samsung Galaxy Note, потому что она любит в телефоне прям усердно сидеть. Да. А у Note она как раз экран большой, там и стилус, и так далее. Ну, много плюшек, как раз специально заточенные вот по таких, как вот Tiny. То есть это будет альтернатива планшета, совмещенного с телефоном, можно сказать? Пусть будет так. Потому да, в двух словах, да. Мне планшет неудобен. Да, но планшет большой. Ой, меня же это в комментариях чуть не опиздили. Диманку какой не пристегнешься. И справляйтесь. А я даже не расстроилась. Выкинь в окошко его. Выкинь! Ага, как я выкину? Все данные перекинуть надо. Ладно, перекинешь данные потом. Там все видео, сейчас фото, куча всего. Давай сделаем так. Перекинь все данные, и мы его в море выкинем. Давай. Давай, а может мы его можем сдать? Сейчас же куча всяких этих, сдай телефон и... Да, кстати, есть, сейчас я слышал в Теле2. Какие-то такая балда, такие. Да. Байда-бада. До 1500 тебе, по-моему, дают за старый телефон. Да, куда? Ну, может, во-первых, надо, чтобы сдать... данные все перекинуть. Ладно, тут походу. Дело техники, мы поехали сначала по делам, а потом за телефоном.